Всем привет! Вы на канале Мади. Сегодня я готовила пиццу из магазинной лепешки. Срезаю верх лепешки так, чтобы получилась ровная площадка. Немного кетчупа лечо. Размажу лопаткой по всей поверхности. Затем майонез. Беру вчерашние куриные котлетки и нарезаю брусочками. Выкладываю на лепешку. Сверху пара ложек сладкого перчика в томатах. Посыпаю тертым сыром. Все, ставьте лайк. Ставлю в микроволновку. Когда сыр расплавится, наша пицца будет готова. Нарезаю на 4 части. Товарищи, это самая настоящая пицца. Ничем она не отличается. Посмотрите, ни внешне, ни по вкусу. Делается за считанные минуты. Это божественный завтрак. Обязательно посмотрите видео, где я готовила эти котлетки. Куриные, очень вкусные. Короткий, простой рецепт. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Закреплю комментарий от автора. Ну, также помещу подсказку. Вот котлеточка. Вот этот вкусный перчик тоже есть у меня на канале. Это урожай прошлого года, 2020-го. Готовится за считанные минуты. Очень просто. Этот перчик я добавляю во всевозможные подливы, супы, зажарки, жаркое, в общем. Везде, где мне нужен перчик. Очень вкусно. Вот такая вкуснятина, товарищи. Кто-то сейчас спросит, а куда они дели еще один кусок лепешки? Вот он. Этот кусок лепешки у нас тоже не пропадет. Здесь можно сделать то же самое. Но это будет завтра. Король должен думать о завтрашнем дне. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не забывайте о том, что вы можете нажать на колокольчик, и тогда вы будете получать уведомления о новых видео от нашего канала, и нас не потеряете. Всем спасибо за внимание. Мира и добра вашему дому. До новых встреч. Пока-пока.